очередной раз наблюдаем горение великой свалки опилок и прочей деревянной струганины в районе Тосеевского тракта. Там у нас находится примерно Анцирь, поэтому свалка получила название в районе Анциря. Здесь вот у нас дачи Курыша. Видите, дым идет в ту сторону. Именно там находится город Канск. Кто-то за это ответит. Не думаем. Не у нас.